вообще впервые или, может быть, здесь? Нет, я не впервые. У меня совместная работа здесь есть с институтом Завойского, так что я приезжаю сюда достаточно регулярно. Скажите, пожалуйста, поподробнее об этой работе. Об этой работе? Да. Мы работаем с однофотонными оптическими чипами. Это совершенно новая технология. Пока еще ее нигде в производстве нет. И, может быть, мы будем первыми. А здесь, в Казани, в Институте Завойского, мы работаем над источником одиночных фотонов, которые можно поставить на оптический чип. С Казанским федеральным университетом есть какие-то научные связи? Нет, пока нет. Ну, невозможно распространиться везде. Надо как-то себя ограничивать. Ваши ожидания от этой конференции? Ну, во-первых, я член совета. Я ожидаю, что мы сегодня примем решение о следующих мегагрантах. Еще 40 выдающихся ученых получат лаборатории в нашей стране. Вот это ожидание на сегодня. А от Казанского университета много заявок на мегагранты? Вообще немного. Немного. Как вы оцениваете шансы? Но, надо сказать, почти нет университетов, где много. Это все равно штучный товар, и поэтому их и должно быть мало.